Всем здравствуйте! Сейчас известная актриса Ольга Будина перестала сниматься в кино, говоря о том, что в современном мире уже нет ничего не осталось, сплошная коммерция и выгода. Правда, одному проекту артистка пока остается верна – это «Земский доктор». Ольга признается, что с недавних пор полюбила обычную жизнь и не хочет возвращать былую популярность. «Моя жизнь нестандартна. Она отличается от жизни тех актеров, которые играют все, невзирая на идеологию. Когда я перестала понимать, что происходит, то тихонько ушла с радаров. Это было лет 10 назад. Конечно, сейчас у меня уже не та степень популярности, когда ты не можешь спокойно зайти в магазин, все оглядываются. Зато есть свои плюсы. Сейчас я могу себе позволить жить как нормальный человек и не ходить зимой и летом в солнечных очках. Я люблю людей, но очень стеснительно и мнительно по своей природе», – рассказала актриса. Будина любит свою профессию, но не видит уже смысла работать, ведь все происходящее на экранах страны приносит ей сплошное разочарование. Первый раз Ольга ушла в связи с рождением ребенка в 2004 году, а спустя 8 лет разочаровалась в парадигме нашей культуры. Отметим, что по непонятным причинам артистка отказалась возобновлять контракты, отыграла все заявленные спектакли, завершила сезон программ, доснялась во всех фильмах и ушла в никуда, и не понимая, что делать дальше. «Лучше не делать ничего, чем то, что ты никогда не захочешь показать своим детям», – заявила Будина. Сейчас актриса занимается политикой, но не горит желанием идти к власти. Она активно занимается проблемами внутри семьи на законодательном уровне. Будем надеяться, что новая сфера деятельности Ольги не принесет ей разочарований на этом поприще. А у нас на этом все. Берегите себя и своих близких. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!